предварительные посетители. Это электронный вопрос службы для усиления входных сигналов для их последующей обработки телесной сущности. Категории статистического воздействия источников сигнала относятся к микрофону звукоснимателю, проигрыванию, приемнику и другие источники сигнала входных обрезков. Один из вариантов таких устройств – простая схема предварительного усилителя для микрофона. С применением отечественного операционного усилителя К-157-2. Техносхема представляет собой мало имеющий двухканальный операционный усилитель, имеет защиту от короткого замыкания на выходе. Самостоятельная схема будет 53 специальных элемента. Микрофонный усилитель необходим для усиления сигналов, имеющих очень малую величину. Входное сопротивление усилителя выбирается, как правило, три раза больше внутреннего сопротивления самого микрофона. В данной схеме операционный усилитель включен в схему инвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется отношением резисторов R1-R2 равен 100. Усилитель работает при входном напряжении 1 мВ, при рабочем диапазоне окупки до 30 тысяч Гц. Максимальное выходное напряжение составляет 7 вольт. Операционный усилитель К-157-2 вполне можно использовать в качестве предварительного усилителя для усилителя мощности. В этой роли микросхема хорошо согласовывается с усилителями мощности, имеющими двухполярное питание от 15 до 30 вольт.